В этом видео мы испытываем лимонное масло российского производства, это вот Max Vox. И Дадарио мы не испытываем, мы знаем, что оно прекрасно работает, мы будем сравнивать с Дадарио, который пока на данный момент лучше всех, чего мы пробовали. Российского масла Max Vox мы используем первый раз, и сейчас будем смотреть на разницу. Пончики разные. Дадарио всегда хорошо покрывается, быстро впитывается, чистит, увлажняет накладку. В общем, то, что надо. Такой баночки хватает примерно на 100 раз, на 100 грифов. Может, примерно, больше. Плюс-минус. Так, да. Испытываем. Теперь испытываем так. Max Vox. Вот уже баночка неудобная. Но стеклянная. Она стеклянная, да. Вот прям рядом. Тестируем на своей гитаре. Что-то не оттирает. Так. Ну, что-то такое. Слушай, она впитывается неплохо. Смотри, это уже впиталось. Сейчас подожди. Ну. Ну, блестит? Ну, нет, как? Дадарио блестит. Слушай, ну-ка. Как-то вроде грязь убирает, но тут не сильно грязная накладка. Так, сейчас я попробую. Значит, вот эти три у нас, да? Угу. Вот здесь вот Дадарио, вот тут загрязнение, не знаю, на камеру видно, нет? Угу. Видно загрязнение? Перепутать. Моментально. Видишь, вообще моментально убрало загрязнение. Ну-ка, сейчас, так. Ну, я там прям натирал. Сейчас вот здесь вот тоже грязно. Угу. Ну, вот видишь, тут надо усилия прилагать, но тоже оттирает. Очистит. Оттирает, да. По идее, что-то разницы, да? Нет, я даже не вижу. Ты Дадаревским можешь. Ну, Дадаревским. А это не Дадарев. А где Дадарев? Вот. Вот Дадарев, да, а вот не Дадарев. И я Дадаревским начал дотирать. Ну вот, то есть грязь не убралась. Еще. Сейчас, смотри, я попробую Дадву. Давай. Просто это же просто лимонное масло, а тут три в одном. Да. И кондиционер, два. Ну, и клинер, и чистильщик, и кондиционер. А это просто лимонное масло. Может быть, у него нет таких функций-то. Это Dunlop, который мы не рекомендуем. Как лимонное масло, как пропитку, увлажнение. Да. Потому что вот, вы сами видите, что прям лужи остаются. И никуда не уходит. Ну, мы можем подождать, конечно. Ну, сейчас еще тряпочкой. На луже. Ну, вот он. Он вообще не впитывается. Он как... Он очиститель. Очиститель хороший. Нормальный. Хороший, вот он. Очистил-то хорошо.
Ну, Дадарио уже не видно. Ну, вот где точка стоит, там тоже, в принципе, подсох уже, впитался. Дадарио. А вот Данлоп вообще не впитывается. Ну, Данлоп, да, он вообще не впитывается. Он только... То есть вот у этого просто нет этой функции. Чистить, да? Чистить, да. Несмотря на то, что баночка больше. Стоят они одинаково. Стоят одинаково, но баночка больше. Угу. Но здесь нет функции чистильщика. Чистильщика. Да, поэтому... Пока. Пока мы оставляем в фаворитах Деодарио. Но это можем использовать. Потому что вот, Данлоп, вот два лада, блестят до сих пор. Потому что не впитались. Слушай, не видно. Нет. Че нет? Одинаково блестят вот с этими. Ты че? Я вот на камеру посмотришь. Вот два прям видно. А на камеру не видно, да? На камеру они одинаково блестят. Ну, плюс ты, слушай, вот это тоже плохо впитывается. Деодарио впитался. Угу. Вот это посередине он сильно блестит. Прям видно, между двумя точками лад. Прям блестит. А, вот и через камеру смотрю. Через камеру, да. Ага. А, Данлоп. Ну, Данлоп тоже блестит, больше, но ты его последним намазал. Вот он, ну, надо всего. Подождать столько же времени для чистоты эксперимента. Мы можем на самом деле подождать, потому что ты Деодарио самым первым мазал, он может просто впитался. Сейчас подождем. Потому что вот это так же блестит, как Деодарио. Ну тогда на паузу. Так, прошло 5 минут. Первые два лада, покажи. Вот эти два лада. Мы использовали Деодарио. Вот эти 3-4 мы использовали. Мы там еще с Данлопом было смешано. Не эти два лады. Макс Вокс. И вот эти два, мы делали Данлоп. Вот эти лады, сразу видно разницу, да, лады, которые вообще не пропитаны. Вот эти два лады вообще не пропитаны. Вот Данлоп, смотрите, вообще не впитывается. Данлоп можно использовать как клинер. Очиститель, да. Итак, какие выводы мы сделали? Вот этим пользоваться можно. Он не высушивает, как медицинское масло. Медицинское лимонное масло, которое вы покупаете в аптеке, нельзя использовать на накладках гитары. Данлоп, он чистит хорошо, но плохо питает. Именно вот это масло, оно очень плохо впитывается. Победитель по жизни Деодарио. Возможно, потому что он совмещает две функции, как и очиститель, и кондиционер. Он и очень хорошо чистит. Ну, он и очень хорошо чистит, и масло хорошо впитывается и не сушит то, что надо. Поэтому мы предпочтение отдаем Деодарио, как всегда. Этим можно пользоваться. Вот этим чистить, вот этим пропитывать. Но для экономии, естественно, можно купить одну баночку и пользоваться им. Вот этой маленькой баночке 59 миллилитров хватает примерно на 100 накладок. Ну, плюс-минус. Поэтому... Здесь 100 миллилитров. Здесь 100 миллилитров. Мы не знаем, насколько хватает. Ну, то есть вот эти вот... Вот эта маленькая баночка совмещает в себя вот эти две функции. Как чистильщик, как пропитка. Да. Поэтому берите Деодарио, не мучайтесь.